Всем привет! Пятница, я иду домой с работы. Как такого дождя нет, короче, но капает. Просто немножко капает. Хочу первым делом поздравить нашу Анну Владимировну с днем рождения. Поздравляю тебя, Аннушка. Аня младше меня. Но сколько лет ей, я не скажу. Но младше. На пару лет. На пару-тройку даже, наверное, лет. Ну, мам помладше. Анечка, ты очень стойко переносишь все невзгоды. У тебя железный характер. Продолжая в том же духе. Ну, вот такой, вот такая у тебя судьба. Если не знаете, Аня, 20 лет назад, даже больше 20 лет назад, они сюда приехали, как беженцы, из Чеченской республики. И вот она, сколько лет они живут в России. То есть у нее с детства все началось, короче. С днем рождения тебя, дорогая. Тебе счастья и терпения. Главное, терпение тебе. Ну, ты у нас сильная, ты у нас смелая. Держись, Аннушка. Ну и не забывай про друзей. Пускай детки тебя слушаются, муж любит и уважает. И все у тебя будет хорошо. С днем рождения, Анюта. Я иду домой. Иду мимо кладбища. Такая погодка сегодня. Но я смотрю, в Санкт-Петербурге вообще снег пошел. Пообещали, что у нас, да, падает температура, но морозов не будет, но температура падает. Конечно, сейчас я приду туда-сюда, и мы, как обычно, в 2 часа дня с Таней выходим отдыхать. Переоденемся сейчас, Танюшка меня уже ждет. Сейчас я зайду еще в магазин, кое-что докуплю. Сегодня там Танюшка что-то готовит, потому что она точно уже со вчерашнего дня, но вы слышали, да? Она уже знает, что пятница будет. Она что-то там, рыбка у нее, этот пузаночек засоленный, еще с воскресенья, но мы так и не ели его. В общем, пойдемте с нами, покажем, как мы в очередной. Мы, кстати, для нас каждая пятница это... Ну, новое что-то. Мы не знаем, как она пройдет. Вот в прошлую пятницу я каталась на качели. Я на ней катаюсь иногда периодически. Она очень крепкая. Это так кажется, что она подо мной проломится, порвется. Но она очень крепкая, и она у меня висит не первый год. В общем, пойдемте с нами. Встретим выходные и отдохнем. Сниму промежуточный результат, пока Таня... Таню жду. Что у нас тут? Я сняла плед. Вот этот. Занавески как и были, так и есть. Потому что мы уже долго там теперь сидеть не будем. Так вот уводит. Погода, знаете, прошел дождь. А теперь парит. Но тучи все равно. Ветал покосил, все, вот это все покосил Виталик. И там все Виталик наш. Танюшки еще нету. Ой, так, что, давайте покажу. Что принесла я? Ничего мы такого сегодня не будем есть, жарить, варить, парить. Это хлеб, это гренки с яйцом и луком, такие быстрые пирожки, редис и этот. Начинила яйца, знаете чем? Консерва была, по-моему, была то ли ставрида, то ли, ну, в общем, что-то. Да блин, мухи появились, этот.
не в масле, в собственном соку. И яйцо. Все. Яичный белок. И начни. Ой, желток. Да что у меня сегодня, а? Я не знаю, что у меня сегодня. И все, короче. И сюда. Знаете, так вкусно получилось. Я одну съела. Получилось, как будто шпроты. Прикольно. Ну, так вилочкой подавила. И получилось, как шпроты. Все. Тишина, покой сейчас станет. Придет, посидим, я не знаю. Музыку послушаем. Тут все чисто. Хорошо. Тут тоже все. Единственное, знаете, что омрачает? Это то, что раскидывается солома. Я ее носить никуда не хочу. Мы ее потихонечку сжигаем. Что ее таскать? Птички поют. Зара орет. Просится. Не хочу я пока, пусть сидит потом попозже. В общем-то, Танина сидала лежала. Это мое. Чипсы. Подушечка. Все, здесь я. Я уже тут себе курточку тепленькую положила. Если надо будет. Редиска еще осталась. Ну, все. У меня тоже, естественно, есть подушечка. Слушайте, вчера. Вчера. Смотрела вчерашнее видео. Ребят, ну не это меня. Сильно не критикуйте. Я по поводу качества съемки. Ну капец. Все вот так вот. Все быстро. Все на эмоциях. Камера прыгает, дергается. Не знаю. О, все быстрее, 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 быстрее. Солнышко. Свет. Свет. Вечная беда. Свет поймать хороший. Ну, извините, я стараюсь, я буду стараться поаккуратнее снимать. Ну, вот я же говорю, я вчера прям что-то мне надо было все быстро, быстро столько всего навалилось. Оттуда зовут, оттуда это. Вот даже что-то сегодня мама звонила в обед. Я еще на работе была, я уже не помню, что она звонила. Я уже 10 раз говорила, мам, ты понимаешь? Когда я на работе, мне звонит только в случаях смерти или еще чего-нибудь. Звенящей походкой вышла из мая. Она мне звонит по всякой фигне. Я даже, блин, а я полностью всегда, вот я если на работе, то я в работе. Я не помню, чего сейчас будет опять звонить. Ты сделала? Нет, не сделала, потому что я не помню, что надо было сделать. Прошло, не столько дождя прошло, как парит. Видела, я вчера говорила, вот бы дождик пошел на твой раундап, он я и пошел. Я попшикала, блин, только. И дождь, блин, пошел. Ничего, зато все в корни впитается. На вкус попробуй. Что-то там принесла. У нас сегодня рыбный день. Да. У меня даже яйца я начинила. Консерва в собственном соку с яйцом. Получилось как шпроты. Ну это, то ли ставрида, то ли сардина, что-то была. А-ля цезарь, блин. Это. Верховодочка. Я же еще, блин. А, кабачки жареные, ёперный балет. Я пришла. У меня аж слюнка потекла. Принес. Давай солить. Ты говоришь, что не могла утром? Ее же надо 3-4 часа вымачивать. Не знаю я ничего. А еще если сейчас в воде оставь, она расползется. Все утро вымачивала, сейчас только на балкон. Ой, бля, каратики жареные. Это эти. Сазаны. Все сазаны, да. Конец моему ПП, МП. ЖБИ, ЖКХ. Стряска для организма. Там? Да, я тут вдруг лежать придется.
конечно, я тут. Ой, вот чего-чего помидор не купили. Ну, будем с редисом. Бей посуду, я плачу. Я гренки сделала. Это эти пирожки с луком и с яйцем. Быстрые. Я сегодня хотела еще пирожки, но печенку уже нельзя. Сделала. Ну, не надо. Давайте я ее закинула сегодня, потому что я не успеваю нифига. Бедолашка. Мне надо посчитать еще и отправить в энергосбыт. Коля прислал показания. А идите сами теперь платите и уже все о себе чувствуете. Ой, ее и так это надо тебе, чтобы ты себе оторвала. Ой, как хорошо, когда мало еды. Это угу. Что за ПП салат с майонезом? Это соус Цезарь. А-ля Цезарь, да. Все понятно. А-ля Олю. Все. Все, падаем, блин. Я уже там не выдержала душа поэта. Что? Я, кстати, эту плед сняла, этот махровый. Занавеска, видишь, одна. Ну, чуть-чуть просвечивает, но ничего страшного. Uh-huh. Да, я ее постираю, этот плед, потому что он нужен уже будет. Тут Ромка придет там играть, то бассейн может какой-то хер. Ну, пускай. Мы там уже еще теперь долго не окажемся. Воды вообще нету в этом. То выливали, выливали. Ну, я и собакам же ж наливаю, и это. Ой, поехали, товарищи. Сейчас мы чуть-чуть расслабончик и поговорим с вами. Так, а теперь куштуем. То есть пробуем. Это называется у нас пузанок. Верховодка. Пузанок. Пузанок. Это такая маленькая селединка. Она похожа на иваси, наверное, да? Да. Она вырастает большой. Дети селедки. Ну как вырастает? Если успеет. У нас не успевает. У меня просто она так быстро проходит, что нам только вот такие вот. Ну, можно еще где-то особи побольше найти. Хорошо, что тут в этом году еще такая у нас есть. Что-то, да? Ну, гадина. Серёд. Не приводил. Нет, еще. Добро. Вкусно. Вкусно. Еще и с икрой, да? Да. Да. Она вся. С икрой еще. Маруся посмотрела видео. Кто? Маруся. Где мы едим роллы в Обинске. Говорит, пишет, ой, Ленка, я тоже роллов захотела. Маруся, это кто? Марина, ты чё? Ну, Марина, ну, какая-то. Ну, я-то ее Маруся называю. Говорит, я тоже захотела роллов. Я говорю, Марин, ну, у тебя-то проблем нет. Ты-то в городе. Ну, да. Это нам, блядь, за 3-9 земель ехать надо. Ну, единственное, если она еще кормит, то... Да навряд ли. Марусь, напиши, кормишь чи нет. Что-то мы с ней не это, потому что ей некогда. Она, наверное, видео он смотрит с опозданием. Некогда. Всем приятного аппетита. Вкусная. Попробовала. Что еще не попробовала? А, я этих уже поела. Кабачки жареные. Очень вкусно. Я их тоже люблю. Один кабачок был. Люблю. Кто пожарил еще, вообще офигенски вкусно. Я в хате духан беру готов. Как от этой, от мойвы жареной. Хуже. А я кабачки жарила с утра, и рыбу жарила, это же. Вот это варить. Ням-ням. Ой, ладно. Давали так, как нужно мне, как я говорила. Не рискнули, короче говоря. До первого потопа вторая. Пока невестка катается, я потом. Как вы вообще так? Мне не нужно было. Когда я позволила тебе. Да, я так делаю часто. Я в прошлом году так каталась. А я думала, ты
потом после стула ты так не будешь. Так вот мы были здесь буквально пару дней назад. Не было. Ну, это после стула, вот я первый раз так каталась. Уже прям как... Да, такой, как у нас, коричневый, ну, просто стил. Короче, пришло время попробовать рыбку Танину. Дети ушли. Ой, пиво я не пью, я его могу и так. Вот у меня кусочек хлеба есть. Таня сейчас удивилась, потому что я одну съела. Короче, я ем вот в ней, ем все. Я начинаю с головы. А ты головы выпила, остальное съедобное. Мозги выпила, Таня говорит. Выпиваем мозги. Ну, я не знаю. Вдруг люди подумают, что мы плохие. Я одной рукой, да, держу, другой. Убрали. Теперь надо... Теперь я убираю вот эту спинку, потому что она колется, просто колется. Таня говорит, как ты такое ешь? Говорит, я очищу каждое... Блядь, чини на хуторе, они в деревне родились. Это просто офигенно, как вкусно. Это на соль идеально. Кстати, Таня сегодня опять засолила, сказала, что завтра уже можно вечером есть, да? Ну, конечно, другой бок перевернет. Говорит, кто-нибудь если ночью на один, на другой бок перевернет. Не ее рыбу. Это еще пока сама ворочаюсь. А вот рыбу бы кто-то перевернет. Значит так, давайте мы сейчас на этом закончим. И будет еще вторая часть. Потому что ночью я наснимала очень много материала. В одно видео это дофига. Я сейчас разделю. Ну и, в общем, будет две части. Продолжение следует.